Здоровья со всем уважаемым! Если вы только что закончили изнурительную тренировку или съели бургер с луком, нет ничего удивительного в том, что вы столкнетесь или станете источником неприятного запаха. В большинстве подобных случаев простой душ, дезодорант или зубная паста легко исправят ситуацию. Но есть и ситуации, которые нельзя просто так игнорировать. Итак, поехали! Фруктовый запах изо рта – симптом диабета. По словам докторов, причиной фруктового дыхания может оказаться осложнение диабета, называемое диабетическим кетоацидозом, которое происходит, когда уровень инсулина в организме падает, а уровень сахара в крови повышается. У людей с диабетом первой степени этот симптом обычно наблюдается чаще, чем у других. Поэтому, не дай бог, если такое есть, моментально к врачу. Сильно пахнущие, мягко говоря, ноги – это, конечно же, симптом грибка стопы. Понимаете, да, о чем я говорю, когда кроссовки, обувь просто издают нереально жуткий запах. Что же причиной может стать? Причина простая. Это бактерия или грибок, который разъедает кожу и пальцы ваших ног. Поэтому либо обращайтесь к врачу, да, скорее всего, лучше лишний раз обратиться к врачу, чем использовать непонятные и, как всегда, супер дорогие вещества для устранения запаха. Дурно пахнущий стул. Симптом непереносимости лактозы. Когда ваш тонкий кишечник не вырабатывает достаточное количество фермента, называемого лактаз, он оказывается не в состоянии переварить лактозу, сахар, содержащийся в молочных продуктах. И это, кстати, естественно, говорят врачи. Так что вместо крови ваш тонкий кишечник направляет лактозу прямо в кишку, где происходит ее ферментация. Это может привести к появлению рыхлого, дурно пахнущего стула, вздутия живота и едкого запаха. Поэтому лучше сдать анализы. Дурно пахнущая урина и инфекция мочевидящих путей могут стать вот это причиной такого едкого запаха. Поэтому так случилось, что у женщин такое может быть чаще, чем у мужчин. И, естественно, этим пренебрегать нельзя, а сразу же обращаться к врачу. Неприятный запах, да, изо рта по утрам характеризуется вот такими последствиями, даже при условии, что вы регулярно чистите зубы, значит, всему виной оказывается невыявленное апноэ. Расстройство, из-за которого во время сна ваше дыхание прерывается. Да-да, вот так. Поэтому и тут необходима консультация врача. Вот таких вот 5 симптомов, которые просто нельзя игнорировать, а тем более бороться какими-то народными методами. Это все может быть довольно-таки серьезно. Проинформирован, значит вооружен. Помните, лучшая терапия – это все-таки профилактика. Всего вам наилучшего, подписывайтесь на наш канал.